Да, хорошее образование, стажировка за рубежом, степень доктора. У вас прекрасное резюме. Но мы не гонимся за безупречным резюме. Нам нужен энергичный человек, который будет успевать за нашим темпом. У нас очень большая нагрузка. Вы достаточно энергичный человек, господин Мехмед? Можете не сомневаться. Я никогда не устаю от работы, госпожа Надия. Отлично. Когда вы можете начать? Когда скажете. Как насчет завтра? Отлично, начнем завтра. И если у вас больше нет вопросов, не буду отнимать ваше время. Нет. Детали по работе обговорим завтра. Хорошо. Да, одну минуту, господин Мехмед. Мы не обсудили с вами вашу зарплату. Какую зарплату вы ждете? Я думаю, вы дадите мне столько, сколько я заслужу. Ясно. Тогда увидимся завтра утром в 9. До завтра. Удачного дня. До свидания. Добро пожаловать, господин Саваш. Доброе утро.